have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы продолжаем. В прошлый раз нам чертов механизм дал хорошенько понять, что... Блин, а почему мы здесь, и почему портал нам говорит, что нам сюда? Короче, там был механизм, который... испытание, все дела, 5-10. Блин, ну нам же не сюда, почему... Блин, вот... Ладно, сейчас мы попробуем опять до него добраться. У нас нету близких нормальных путей, как до куда-то добираться. Нет, зачем? Игра нам такое не предоставляет. Говорится, все здесь, но все на самом деле не здесь. До всего на самом деле гораздо дальше добираться. Это печально. Это некрасиво со стороны игры, к сожалению. Так. Выносливость заканчивается. Нам надо... вот сюда. Но опять же, наверное, не через этот портал, да? Через что-то другое опять нам надо. Я здесь потому что не доберусь. Если я сейчас здесь опять сдохну, это будет крайне печально. Блин, это нужно серьезно через верх падать? Или где, или что? Ну-ка. Не, можно забраться, хорошо. Я вот эту штуку еще в прошлый раз приметил. О, вторая. Отлично, сожрали. Я не знаю почему, но она не сожрала. Мы как-то упали неудачно в прошлый раз. В этот раз я вроде как смог выжить. У нас тут один из вариантов от этого, от этой батарейки. Окей, как я отсюда выбираюсь? Игра. Ого. Что это за место? Прикольно, нам туда тоже надо будет. Мы сюда попали каким-то нелегальным способом вообще. А как я теперь отсюда выберусь? Просто выпрыгну, что ли? Что происходит? Я не могу выпрыгнуть, не. Блин, не знаю, баги начинают меня потихонечку убивать просто. Запрыгни! А как тогда? То есть, да, мне сюда нужно, но позже, видимо, по игре, потому что вон у меня отметочка, что мне сюда, но я сюда, видимо, забрался каким-то левым способом, просто упав сверху. И что теперь? Хорошо, давайте вернемся в главное меню, посмотрим, где нас загрузит. Да, 44, играть. Пожалуйста, не там же! Я сейчас окажусь в корабле, да? То есть после каждой загрузки я оказываюсь в корабле. Блин, интересно, мое оборудование пропадет же, наверное. Печальненько, печальненько. Баги начинают немножечко расстраивать. И порталы выводят не туда, и попадаешь в какие-то места, из которых не можешь выбраться. И это... Скажите мне, что у меня хотя бы жизни полные. О, там этих... рекламируют. Значит... здесь... 112 degrees, biosigns, nominal. Секрет поблизости. Да, теперь у меня правильно все отобразилось. Мне... зачем я это сейчас сделал? Мне туда? Или туда? Наверное, все-таки сюда. Да, блин, F нажми, пожалуйста. Спасибо. Тупой респект. Где-то мой ящичек 50 метров здесь.
Мне бы, кстати, найти еще одну... О, вот мой ящик, вот я. Спасибо. Не, ну ресурс тоже надо было забрать. Теперь, кстати, 111 наверх. Это какая-то побочка, серьезно? А, главное, смотрите, так оно фиолетовым обозначается. Так оно обозначается золотым, но поворачиваешься, и там тоже фиолетовое. А это вообще как? А, ладно. Най! А зачем тогда это там было, если... Так, 30 метров, это меня ведет к этой же лаве, да, которая... Да, да, меня попросят сейчас опять пройти эту фигню. Значит, смотрите, ребят, у нас есть внешнее, есть второе и есть крыльчатка. И тут есть, короче, вещи, за которые невозможно зацепиться. Блин, да больно же. Серьезно, вы это сделали специально, да? Fast. Да ну нет же! Есть. Ай, больно. Отсюда мне куда? Вы издеваетесь нафиг? Залезь! Залезь! Да ну что ты делаешь-то? Вон откуда выход. Эй! Да ну ты серьезно? Да я тебя понимаю, что я тебе сделаю-то. Да ёпарасы, ну я же был уже наверху, что тебе не так? Ой, блин. Спасибо, игра. Ну, вот это сейчас бесит, реально бесит. Ну это же не тяжело, почему это просто криво? Ну, блин, пва. Так, тут у нас все раскачано, пофиг, идемте. Надо уже пройти эту... А, бесит, бесит, бесит. А, нам сюда. Это несложно. Это несложно. Это просто бесит. Дорогу я туда вроде запомнил. Да, зацепи! Блин, офигеть! Вот это вот очень криво. Тебя выкидывает, вроде должно приземлить на площадочку, но это происходит с варианта, ну, с, как бы, с возможностью 50%. То есть, возможно, тебя зацепит, а возможно, тебя и не зацепит. И, короче, знаешь, чувак, иди... Дай сюда. Это мое. Нам в этот, который пониже, да? Вроде да.
Не знаю, последние вот эти вот пару серий, ну, просто криво все происходит. Просто тупо криво все происходит. Я не понимаю, почему игра так с нами поступает. Да, вот, зацепись, спасибо. Ты что делаешь? Эта штука прилетела и выкинула меня. Я говорю, все криво происходит. Все. Отлично. Да запрыгнешь ты! Короче, нажимаешь Shift, и Shift не срабатывает. Из-за того, что... Да, спасибо, ага. Из-за того, что Shift не срабатывает... Вот что это сейчас было за говнище-то? Ты просто головой упираешься в эту фигню, и все. А, теперь меня просто лазером убьет. Да, давай, короче, пофиг. Да, знаете что, ребята, я сейчас нажму на паузу, пройду вот эту вот кривую фигню, и потом мы с вами вернемся. Я вроде выбрался. Мне кажется... Да, это никакая к черту не паника, это кривая механика называется. Ребят, ну какого фига? Я вот после того, как я остановил запись, я подохну, не знаю, раза 4 еще, наверное. Это было отвратительно, потому что последний прыжок должен быть именно длинный прыжок. То есть его нужно зарядить и потом выпрыгнуть, потому что сверху неоткуда потом зацепиться. Это было отвратительно. Кроме того, ладно, более-менее научился допрыгивать до сюда, кстати, посмотри, сколько у меня жизней. Более-менее научился допрыгивать до сюда, но потом кверху нужно ждать, пока откроется вот это окошко. Причем ты нацелился прыгать в одну сторону, зажимаешь такой длинный прыжок, а летишь в другую, летишь обратно вниз, сгораешь в лаве, и все твои попытки заново. Ты опять бежишь, опять сюда добегаешь, опять все это заново. Вот, наверное, вот после вот этого момента я первый раз стал ненавидеть эту игру. То есть игра, в принципе, мне нравится, она хорошая, прикольная, но вот эти вот кривые паркуры и вот эти баги, блин, ну, короче, я не знаю, это все страшно. Испытание фикстал. Anyway, I'm sure it's nothing to worry about. Да. Да, да, я тебя понимаю. А как мне отсюда живым выбраться? Можно, да? Ай, блин, и все равно подвернул ногу, блин, лапу. Хорошо, один геник мы запитали. Надо бы где-то подлечиться по-хорошему. Ну или вообще можно бы просто тупо выйти, и оно нас сохранит и вернет с полными жизнями. Но ладно. Сейчас я вспомню, как отсюда выбраться. Да хорош запыхаться уже. Так, ребятки. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот эта вот фишечка не очень удобно сделана, что, находясь где-то, ты не можешь просто тупо взять и выбраться куда-либо. Тебе нужно прям... А, и еще, кстати, очень сильно... Да, блин! Вот как сейчас. Иногда нажимаешь, и команда просто не срабатывает. Вот, во-первых. Во-вторых... Да, тут двойной прыжок. Shift. Нажимаешь Shift для того, чтобы... бежать, а действия никакого не происходит. Тут нет хилки случайно? Испытание Сичи. Еще одно! Идите вы знаете куда. Блин, смотрите, сколько у меня жизней. Сплошные испытания. Ладно, черт с вами. Я тут жизни не найду, я так понимаю, да? В крайнем случае придется еще раз сдохнуть и еще раз начать откуда-то там... Отсюда ж можно добраться? Да, в прошлый раз я вот так добирался, а теперь нужно будет в эту сторону добираться, наверное, да?
Ну хорошо, пойдем. Там, а там, кстати, у нас что? Там у нас электрофрукты. А, ну это не зря, потому что нам тут предлагали дверь открыть. Но дверь-то я уже открыл. Угу, спасибо, открыл. Я ее закрыл. Я думал, я заблокировал уже в закрытом состоянии. Это было бы очень круто. Ну так что, ты тут запитался или где? Или че? Кстати, наверное... Да, это хилочки. Пожалуй, я схожу, заберу. Было бы обидно упасть и разбиться сейчас и не собрать хилочки. Так, хилочки здесь есть. Для чего? Для того, что, наверное, скорее здесь мне придется хватать задницу в руки и просто бежать куда-то, сломя голову. Так, а запитаться оно должно через вот эти штуки? Сколько их горит, что ли? Раз, два, три, четыре. Надо выйти на улицу посмотреть. У меня нету больше никакого указателя задания, только это сюда, что интересно. Тоже насчет указателей задания, ребят, ну, блин, просто не знаю. Ну, так, минуточку. Журнал. Дополнительное испытание Сичи. Активируйте ядро башни. Отслеживать. А это куда? Ну, это сюда же. Или я дурак, или лыжи не едут. Так, у нас... Смотрите, через кристаллы что идет? Вот первый активирован, вот второй активирован. Давайте сейчас посмотрим. Сколько их надо активировать-то? Три, что ли? Может, есть с той стороны третий, которого я не вижу? Хм. Надо будет это глянуть. Но третьего с той стороны я вот реально не вижу. И задание у меня сейчас только одно. Хорошо. А если мы так, дополнительно, у тебя нет дополнительных во имя науки. Достигните знания полевой исследователь, совершите эксперимент, остановите. Так, вот у нас. Зарядите кристаллы, чтобы открыть проход в башню. И куда меня ведет... Минуточку, может мне их просто электричеством жахнуть, вот этой вот штукой, и... Меня все равно все задания ведут сюда, что отвратительно. Да, блин, конечно. Том! Сейчас, я возьму этих себе еще фруктиков. Ай, блин. А тут, кстати, больше ничего нет с этой стороны. Где еще видел одну дверь, которая вот так же не открывалась? То есть она закрывалась прямо перед носом. Где-то там, ну, не на этом острове, где-то с другой стороны. Не с другой стороны, на другом острове, таком летучем, я видел так подобную дверь. Черт, или я сейчас что-то не понимаю. Ну, задание, все задания, и что первое, что второе, говорят, не иди сюда. Запитай башню. Давайте запитаю. Куда? Что? Спасибо. Дай! Зацепишься ты сегодня или где? Что происходит? Чё, просто вот так? Если я достаточно смогу выжить. Очень круто. Очень, блин, круто! Больно. Хорош!
ХПшку! Срочно! Вы кто еще такие? Нафига вы здесь? Откуда ты здесь взялся? Ага, то есть мы тупо на выживание, да, сейчас? Най! Так, от этих, по крайней мере, можно уворачиваться. Хоть немножко. Уйди от меня! Что меня бьет? Ты кто такой вообще? Последняя осталась наверх, да? Вот эти будут гореть. Угу. Да, меня это все равно трогает. Хорош! Так нечестно! Да так нечестно, я не успеваю джетпак перезарядить. Блин, она меня сейчас убьет. Убьет, говорю. Хватит, все, у меня пол хп осталось. Да блин, ёпрысота, как я должен был это пережить по-вашему? То есть игра сегодня просто выводит меня в прошлый раз, вчера, сегодня, просто... Если я когда-нибудь смогу отключить этот космический вот этот вот голос, вот этот навигатор своего корабля, я его просто убью к чертовой бабушке. Зачем? Почему у меня задание туда показывается, мне не туда? Мне не туда. Мне сюда. Вот эти ложные метки сбивают еще больше, на самом деле, это просто отвратительнейшее, я ничего не могу с этим поделать. Раз, два, три, оно должно было... То есть мне сюда, в эту башню, эта дверь должна была открыться, но она не открылась, потому что... Правильно. Так, 107 метров сюда. Оно же, мои пожитки, они же не могут находиться там где-то внутри. Так ведь? Так ведь. Вон они, да. Окей, теперь нас просто другим путем к этому всему ведут. Это все там же, но другим порталом. Товарищи, это звездец. Да зацепись! Зацепись! Блин, ну я же нажал 10 раз, я спамил F сейчас. Что тебе не так? Блин, 1,5 хпшки мне сняло. Ну, где я их должен, по-вашему, пополнить? Так мне будет проще, что ли? Через здесь будет проще? Памишь F, это не помогает. Тебя просто, игра тебя просто игнорит и говорит, чувак, нафиг. If he dies, he dies. Все.
Дверь. Спасибо. Так, сколько у нас хилок? Раз, два, три, четыре. Четыре хилки. Распоряжаемся ими с умом. Насколько это возможно. Да хорош, блин, подобрал все, что только можно. Где? Кальмар чертов. Уйди, убери свою какашку от меня. Хорошо. Хилка остается на платформе, да? Ну, так, немножечко. Одна, две. Так, вот одна хилка. Ой, блин, вот вторая. Живем, живем, живем. Дети. Вот это говно. Вот это говно. Вроде живем. Хорошо. Одну хилку я потерял. Вот, последняя хилка осталась. И здесь начнется самый жесткач. Блин, меня эта штука все равно задевает. Хорошо. А, это другое! Так, хорош, больно же. Все, успокоился? Сейчас начнется еще вот эта последняя фигня, которая была. Ага, вот эти электрошары. Еще раз. Да идете вы лесом. Все, что ли? Блин, вот неужели? Это я прошел со второго раза. Тут даже хорошо не пришлось ставить на паузу. Надо было просто лучше распределить жизни. Центральную башню. А как я отсюда спускаюсь? Блин. А знаете что, ребятушки? Yeah.
Нет, я не долетаю. Нет, нет, нет. Фу, робот, телепортни меня. Да, нам в центральную башню. Прямо сейчас в центральную башню мы не пойдем. Мы, наверное, здесь с вами серию закончим. И как раз узнаем, что да как в следующий раз. Потому что у нас там есть недалеко телепорт. Мы сможем зайти, и там начнется что-то крутое. Да, эти две башни у нас были именно как подзарядочные. А теперь у нас основной кристалл работает. Я искал третью башню. Третья башня как раз вот эта вот она и есть. Тут я же сам тупанул, извините. Ну хорошо, хорошо. Все, все работает, все готово. И в следующий раз мы с вами узнаем истину. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. До встречи в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек, всем покеда.